Ты малку видишь? Подожди, сейчас я сделаю. Она на юге самом карте. А, ебать, ваш рот, у меня даже там не открыто нахуй. Тебе просто нужно к нам тпкнуть. На нас нажимаешь, короче. И правой кнопкой выше, если не ошибаюсь, тпкнуть. За рот обидно, кстати. Ну, сори. Я не могу к вам тпкнуть. А, нет. Все, переместился. Правую кнопку мыши зажимай, Карина. Она уже у меня. Я тоже вроде у тебя. Я просто тебя ебать долго искал. Не знал, где. А что вы там хотите делать? Ну давай это, бочку. Нет. Что там, что там за квест? Повыше поднимись. Ладно, я дальше по телефону поговорю и... Ну просто интересно, получится здесь на вертолете? Делаю. Давай. Эй, ты в скалу летишь, повыше. Я прям нервничаю. Макс, сделай бочку, чтобы она поняла, что это все еще цветочки. Так я же его просила, он не хочет. Я еще к телефону поговорю и вернусь. Давай. Максим, давай бочку. Да, только не в скалу было. Слушай, а тут какая-то это, типа памятник, что ли? Там вообще аэродром, по-моему. Не. Это типа всякие... Либо домик, памятник какой-нибудь, что-то такое. Памятник. Давай посмотрим, что здесь. Просто вот на всяких таких вот фиговинах тут типа доп. Задания даются. А, вы об этой? Да, вот мы когда проходили там какую-то ведьму, там типа такого что-то было, короче. Там подходишь, активируешь, короче. Что-то, но здесь ничего нет. О, стоп, там здесь... Ух ты, какой красивый. Похуй. Здесь он есть, не прилетит. Что-то висел, как прием. Мы поручили повстанцам провести разведку. Что тут надо сделать? Не знаю, надо подбежать, наверное. Что-то никого нет здесь. Из враждебных. Вон чувак ходит какой-то. Но он не враждебный. Нет, тут все наши. Таблет неплохой такой. Познакомьтесь с моей командой. С тем, что от нее осталось. Соболезную. Единство выследило их с помощью особого разведрона. А собрали этот дрон по технологии, слитой тем инженером Дэниелом. Боумен в этом не виновата. Они защищают этого скользкого гада. А он сливает технологии, из-за которой убивают наших людей. Я отправляю этих парней домой в последний раз. Но сам не покину Боливию, пока кто-нибудь за это не заплатит. Все это, конечно, хреново, но пока мы не начали мстить, давай посмотрим, что у них... Документ какой-то. А, видео. Давайте видео глянем. Подождите, ребят. Давай. Y'all are ghosts. Top-tier operators, the quiet professionals. Тут типа его голос. Bravest of the brave, tip of the spear. All that and a bag of chips. But even a bad motherfucker needs help once in a while. Good thing for you. I'm a ghost too. Не все. А что мне еще раз показывать его посмотреть? Зачем? Ну, типа оно у тебя уведомляет, что оно есть. Top-tier operators, the quiet professionals. Bravest of the brave, tip of the spear. Рация Оракул, типа все дела. But even a bad motherfucker needs help once in a while. Good thing for you. I'm a ghost too.
везде ферма. Как мы нужно это найдем, черт возьми? Ты думаешь, я... А если сейчас сделать бочку, мы не посмотаем? Я сперва надел... А я не смогу бочку сделать, потому что... Сама в кабине волчара сидит, короче. Да. Я присесть не могу. Черт, здесь единство. Не ой. Прилетели. Господи, инвалиды. А еще говорят, что я плохо. А чё? Моя задача была нас доставить, а не вертолет цел. Что здесь с погодой? Ой-ой-ой, вы чё не сказали, что у нас тут эти педики фиолетовые опять тут? Тут все, а можно их стравить, кстати, попробовать. С этими гадами. Да давай, сначала дрон, а потом его стреляем. А, нет, тут точно одни фиолетовые. Да, тут только фиолетики. Я начинаю зачистку, мне подожди. Я их по стелсу пощёлк. Давай, по стелсу, в натуре. Раз в жизни. Блять, по стелсу пощёлкал, а они спалили. Пойду. Никто никого не спалил, чё-то. А, у меня нет режима огня переключать на... Есть у тебя. На пулемёте, да, что ли? Да, на пулемёте нету. Это крайнего заберу. Этого? Блять, пидор. Дрон в воздухе. О, чёрт! Там данные есть. Ты сукин сын. Спорта. Боумен. Я... Где Карен Боумен? Ее забрало единство. Я продал ее им. Лос-Энто, у меня не было выбора. Без нее мне не дали бы покинуть страну. Пор фавор, я просто хочу вернуться к семье. Куда ее забрали? База Ягуар, Флор де Оро. Прошу вас, а что говорю вам, у меня не было выбора. Я смочи, для такого смочи не предназначен. Я просто инженер. Я продолжу. Он твой. Погнали. Он был американцем. Ага. И продал свою страну. Надо найти Бога. Может, на этом? Пока единство ее не раскололо. Теперь за нее. Хочешь, поехали? Да насрать мне на Боуман. Меня заботит информация в ее голове. Карина? Она знает про мою семью. Я уже... А про твою знает? Санта-Бланка ценит такие сведения. Понимаешь, о чем я? Пошли. Я довез нас до вертолета, короче. Не довез, ну ладно. Выходим, вон там вертолет есть. Такси до вертолета. Не пускайте его больше. Кто знал, что тут дорог нет, блядь? Там вообще-то мостик. А ты не видел, что ли? Нет, я даже в телефон, если честно, смотрел. Если еду никак заказать не могу, блядь. Я тебя понял, друг. Чё, кто там? Каринка? Фиолетовых опять полно, блин. Оуман и ЦРУ слишком долго ведут опасную игру. Они там развлекаются по всему миру. А за их проколы платят. Там фиолетовый до хера. Садись. Вроде нас с тобой. Вернем Боумен. Послушаем ее лично. Помехи, блять. Дрон не работает. Давит помехами. Дрон развернут. Звук и картинка с помехами. Дрона кто-то глушит. Ты и твой отряд готовы. База огромная. Найти Боуман будет нелегко. На ней-то маячка нет. На первом будем снимать? Бинокли. Да. Я на кого попал, их не вешаю. Можешь не проверять карманы. Надо искать так, что нас не заметили эти амигос. Потревожим их, подвергнем риску Боуман. Давай, я второго. Давайте их обоих, а я с другой... Подожди, там давай, еще я первого. Еще один. На счет ты готов? Подожди. Я третьего возьму тогда. Я первого. Тех. Давайте. Вышки, склады. Я беру первого. Кто второго? Готов? Я. Давай, готов? Тот да. Где-то давай. Под землей. Надо найти подвал. Я промазал. Дебил, блядь. Он палит нас теперь. Сука. Ой, боже, Максим, ну как ты спалился? Да он, блядь, за этой херни был.
все, это с... Это сука ГГ, блядь. Прячьтесь. Вертолет. Все, я другого снайпера тоже снял, но... Боже, Максим, мы так красиво с Илюхой сделали, просто одновременно щелкнули этих пидорасов. Максим помазал. Вертушка где-то упал. Я ее уронил. Там минометы эти позиции не пробиваются, эти, как они называются. Там минометы. Я снял минометчик. А, хорош. Там решетка не пробивается, там еще один чувак у миномета. Да, можно, в принципе, зайти. А, вот глушилку нашел. Пошел глушилку снимать. Блять, я здесь не пролезу. Блять, ебучий колючий забор, но. Пошел отходить. О-о-о-о, там еще один снайпер. Кого там взрывает? Пишет цель взрыва. А вот и третья цель небольшую. Охуеть. Я в снайпер два раза попал и не убил. Ну я от того тоже так же стрелял. Есть третий. И третий. Миномет прям на нас. Ходи. Что? Чекните стрим, пожалуйста, кто-нибудь. Есть охуеть, 7 патрон по снайперу, он не умирает. По нему и дамаг не проходит, мы не попадаем. Я пошел поднимусь, сука, к нему на ебучую ушку и расстреляет его, ебка, блядь, в жопу. Вертолет. И обходит, обходит в деревьях один. Справа от меня. Двое в деревьях, один за домом. Один за домом, охуеть, один в деревьях. А я в плете застрял, пацаны. Один за домом, один в деревьях. Теперь двое за домом. Двое за домом. Один справа, другой слева идет. А, ему похуй, идет. По нему вообще урон не один проходит. Один в коринке идет. А другой... Он забаганный. Кто там? Справа. Он забаганный, этот чувак. Я вот стою сзади него, по нему урон не проходит. Ему похуй вообще. Сука. Манда, сам ты манда. Сзади, сзади. Вижу пятого. Не вижу. Внизу один. Похрен на него. Ой-ой-ой-ой-ой. Кто-то мне пизды сейчас дадут. Осколочная, жрите, суки! Тебе сейчас подниматься. Не высовывайся. Что тебе? Ой-ой-ой, сука! Ой, бля, пиздец. Максим, ну ёбаный ты в рот. Как ты спалился? Блядь, там еще надо будет со стрима вырезать. Я попал, блядь, я промазал. Я не говорил, я попал, я сказал, я промазал. Я и говорю, я такой, типа, я говорю, я попал. Илюха говорит, я попал. И Максим такой, я промазал. Да, только теперь нам надо от единства избавляться. Ну, а оно... Мы можем перезайти, так и будет если... подъезжать. Если кому-то. Заказ доставить курьером 22-22. Можем отойти, а избавимся от него. Либо не убивать их. Одним врагом меньше. У меня 8 секунд, и где-то нормально. Сейчас я еще упаду. Все. И вертушка летит. Карин, отходи. Все. Датский вертолет, сука. Все. Минус вертолет. А, еще один ебаш. На моем трупе двое. Угу. Отхожу. Не хотите слиться и нормально уже втихаря все сделать? Давай, давай сольемся. Карин, пойдем слимся. Карин заспелась. А, кто не слился? Кто-то живой. Ну я, сука, заберу парочку с собой, блядь. Уёбки. Тут с собой рядом пойдет. Просто вы устанете их всех убивать. Просто ну, нужно ладно. Отойти, они успокоятся. Это уже десятый.
со мной рядом один прям. Не сдамся нахуй. Я уже шестерых убил, блин. Ну что ты, блядь, там стреляешь, нахуй. Давай, блядь, мужика нахуй. Да-да, сдохни там, заебла ты, дура, блядь, пиздеть. Ай, блядь. Ладно, я, короче, гранату под себя ебашу. Максим, давай так. Ну что, все хреснули? Суициднитесь и все, давай реально заново бахнем и все. Все, поиск, я уже ушел от них, они меня не видят уже давно. Да, только они в поиске, они волнуются. Ну, они уйдут сейчас. Успокоятся. Давайте бахнемся, ну это реально будет проще. Я готов бахнуться. Бахнись. С4 на месте. Макс только бахаться что-то не хочет. Взрывчатка готова. Оп, Каринка отъехала тоже, да, смотри. Help me! Цель 10. У меня все уже тревога спала. Не, у меня поиск идет. Ну, потому что вы там в зоне, наверное, валяетесь. Именно. И я уже не в зоне, я рядом с Максом, но у меня до сих пор поиск. Полез он, блядь. Да, а что вы там бегаете, на другую сторону приходите? Держись, я поведу нас. Карин, иди, я смотрю. Куда? Ко мне. А потом к ним подойдем. А ты в него гранату кидал в того снайпера, да? И он все равно живой. Нет, гранат не кидал, но я просто со сил стрелял. А что это машина тут едет? Дебил, блядь, похуяться надо, на машине приехать. Чисто машину загнал, короче. Фишка в том, что этот снайпер еще и палит, но он не убирается. Может, я его под стволкой попробую убить? Подожди-ка. Сейчас бы с под ствола ебашить снайпера, блядь. Ну, блядь. Может, убьется? Не, он не убьется. Убил. Убил. Хуя себе, на 300 метров просто стрельнул, бля. Охуеть. Повстанцам разведать местность. Снизу двое. Че, погнали? Снизу двое? Вижу. Че убью? Там один, короче, пропалил, походу, тебя. Вот этот пропалил. Ах ты, сука. Ага. Ну ладно, ладно. Ты видишь, я на горе, вон там, вон. Где? Вон там моя тень. Какой горе? Да вон, я метку ставлю, смотри на метку. Что-то это я там, походу, наверное. А, нет, я вот приседаю. А, ну видишь? Вот, да. Ну. Ой, блядь, вон там вообще дохуище идет. Вон, видишь, у тебя нет там фиолетовых меток. Ты куда моргаешь, я просто не пойму справа. А, да. Там был кто-то, но я. Там дохуище фиолетовый. Ебать, не пизданулся. Кто офицера вяжет? Без разницы, наверное. Вот этот, который. Хотите, я ломану. Давай, я, да, я попробую. Давайте все вместе. Давайте все вместе на туре. Четыре ствола его, да? Да, четыре ствола его. А там нет никого. Три ствола и одна вагинка. Там потому что Каринка играет за женского перса. Не потому что, да, просто за того, что за женского перса играет. Да, как бы. Ой, блядь, что, блядь, сзади. Винтовка у Карин. Карин, это у нее ствол побольше твоего будет, поэтому... Какая винтовка у Каринки? Она уже там, сейчас. Кстати.
Она уже его ломает, все. Куда везти? Ну там на Б, по-моему, допросить. Допрашивай. На Б. За меня куда-нибудь становись, я тебя прошу. Блять, а я здесь чищу, блять, за вами, придурок. Говори, где она, а то будет дырка в черепе. Ооо, как громко. Си, кулеро, женщина за 40, светлые волосы. Я ее видел, я знаю, где она. Покажу вам на карте. Уокер, здесь Боумен. Отправляю тебе координаты. Только будь любезен, без нас ничего не начинай. Ничего. Ничего. Там вертолет летит, аккуратно. По правилам. Скоро увидим. Припасы здесь где-то можно взять. Да, они вон там еще. Фу, наверху я сейчас заберу. Что-то у меня им секретная база, задание рядом. Что-то другое, да? Она, короче, на соседнем аванпосте. Угу. 300 метров, да? Угу. Че, вертушку кто вызовет? Пешком. Кстати, припасы есть. Боевые. Пешком, блять. У нас нахуй стамина. Патроны нужно тоже взять. А где ты видел мы их? Блять, вот в этом здании на втором этаже. На втором? Где да. Я стою сейчас? Ну, кошка, блядь. Ну, кошка, блядь. О, там тоже тьма, походу, педиков. И третья цель. А, есть, блядь, третья. Тут, походу, это, пещера. Угу. А тут их, блядь, до пещеры еще хуй вот. Три, отмечаю. Цель номер три. Запускаю дрона. А, нет, всего двое, что ли? Не может быть. Ну, сейчас проверим. Этот убит. Подозрение тут еще и. На нижних этажах слышали, скорее всего. Потому что я дрона не знаю. Никого не видел. Вижу третью. Вон, цель. Лагерь. Где? Палатки. Блять, 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 блять. Блять! Блять! Нет, пожалуйста! Ликвидирован. Блять! Зачем? Вы поднимать меня будете? А нет, фу, ебать! Ебать ты скалолазка, конечно. Пиздец, увидел? Я не да. Видел. А я. Что это было? На вышке справа сверху. Вижу. Нет, снял. Убили? Да. Вот застрял. Вижу еще одного. Где? Я застрял, ребят. Подождите. Надо меня убить, наверное, будет. Не убей себя сам. А где еще одна цель? А... С концами, походу. Покрутись. Не-не-не. Выйди да зайди. У нас все останется. Надо это, давай я сейчас. Что за говно? Себя, все эти мотоциклы, машины искрятся. Отойди от меня, Карин, сейчас я гранату. А я не могу кинуть. А, кину. Искрятся, это потому, что я ими удар сделал и открыл нам ворота. Рисуй. А он у меня на 50 метров пробивает. Че, погнали вниз, пацаны? Погоди. Я спускаюсь, мне похуй. Меня подожди, ну, похуй. Если ты там упадешь, то я за тобой не пойду. Ну ладно. Я аккуратненько. Ну-ну. Ну я как умею, короче. Как... Ну знаете, да, как я аккуратненько? Да, дело. Я на картонах и еще на пониженной скорости, блядь. Ага. Где? Блять, ебать здесь глубоко, как они услышали вообще хоть что-то? Что-то... А, нет. А,
Один? Так, где я? Еще один, вон там. Есть еще одна цель. О, я нашел эту дуру. Еще одна цель. Я здесь слезу. Как добежать? Вниз спускать. Спасать тебя пришли. Я тебя забираю, потому что у меня возникли вопросы. О чем это он говорит? Все потом. Выдвигаемся. Вы мне оружие дадите или как? Уокеру нужны ответы на вопросы. Сколько мы уже вместе работаем? Достаточно. Я помечу на карте убежище, там и поговорим. Давайте сюда, давайте. Карин, куда? Карина. Куда? В машину. Все, гони. Спереди есть. Да. Там сюда? Не задави ее. Кого? Да там гражданский был сбоку. Тетка выбегает просто на дорогу, блядь, тупая. Да, при этом выстрел, наверное, вообще не слышит, ей пофигу просто. Вообще пофиг. Воу-воу-воу, водила полегче. Полегче не могу. Давай жестче тогда, езжи. Оп. Стало. Это что такое еще было? Катаюсь я в 30 FPS нормально. В 30? Да. А что, у тебя не тянет? У меня процессор, по-моему, по системным требованиям не догоняет. Не задави ты, блядь, людей, сука. Отстань от меня. Я побольше тебя машины водил. И то. Ничего не по дорогам ходят. Вообще тупые. Блин, бедная страна, вы чё? Тут тротуары не делают, денег нет. Оба! А чё сука. Никто за нами не это? А потому что мы съебались, даже шуму не подняли, потому что я её, блядь, там всё аккуратненько вообще сделал. Забрал её. Ага. Чё, ага, серьёзно? Потом у нас шум вообще-то поднялся, когда мы там в ворота ну, чуть ли не да, вы... когда Максимка ещё там всех расстреливал, начал. Ну всё, довольно, Игорь. В чем дело? В чем дело? В том, что ты помогаешь красть данные правительства и сливать их единству. Да, я ничего не крал. Я помогала шпиону. Вражескому шпиону. Подожди. Мне было приказано помочь ему защитить интересы США в Боливии. Зайти. И боливийский народ. Может, у меня уже все время? Слова предателя. А как же верность своей стране? Ты должна была убить инженера сразу, как узнала, что он переметнулся. Да если ты защищаешь такого человека, что остановит тебя саму от слива информации? Идите нахрен! У меня были приказы, я их выполняла. Из-за твоих приказов погибли мои люди. Тебе приказали помочь врагу. Возьми свои приказы и за... Уокер, мы тут не рыцари в сияющих доспехах. Мы работаем в грязи. Нам платят, чтобы мы ее убирали.
Я хотя бы знаю, на чьей я стороне. Слушай, мне жаль, что ты потерял своих людей, правда. Я могла бы сделать вид, что я хозяин положения, но нет. Я выполняю приказы. Херня. У тебя здесь есть полномочия. Ты сама решаешь, как выполнять задание. Ты же был там. Это тупиковая ситуация. Боуман хотя бы не наплевать. Ты веришь этой шпионке? Кому-то же надо верить. Ладно. Я решил верить тебе, так что поверю пока ей. Смотри мне, Боуман. За тобой должок. Жизни двух моих бойцов. Если ты хоть на шаг сойдешь с праведного пути, я приду поквитаться. Тебя выкинули? Карин, все, что ли? Да, у меня походу. Че, Каринка вышла? А ты че? Закончилось у тебя? Да. Делай как я, делай как я. Что, ты не будешь его брать? Что ж? Я его взял. Это интересно. Я просто играю не так часто, в принципе. Ой. Ты командир, он просто заботится о своих бойцах. Между друзьями и долгом надо выбирать долг. Что, перекурчик, пацаны? Если перекур, то я уже на сегодня все. Серьезно? Да. Are you serious? Время-то. I'm seriously, yes. Завтра воскресенье. So? It's выходной. I know. Ну так ли? Что тогда? Parents. What? Parents. А ты здесь? It's my family. Understood? Okay. Yes. I can play right now, but... But after, mother is after, против, блядь. But after relaxing, my mother come to my home, and I will go. Ясно, ясно с тобой. Нормальные очёчки такие, да? Не, мне вот так понравилось, как я сделал. Мне нравятся татухи на правой руке.